Саня, я тебя понял. Но они удаляются. Они удаляются. Вот там они. Сейчас, если достану. Ага. Вот они, спиленные. Стачиваю эти электро
заклепки, оно сбивается намного легче и удобнее, нежели вот здесь еще ухо торчит. А некоторые приходится отрывать зубилом. А что остается, потом уже зачищаю болгаркой. Вот. Это чисто для удобства. Вот и все. Приехало вот такое вот пневмозубило. Пневмомолоток, я не знаю. Насадочки пришлось тут их немножко подточить. И горелка, вода закалить. Вот такое вот зубильце. Это я его сейчас после закалки на наждаке немножечко здесь подправил. И заточил, подправил как надо, закалил. Сейчас пробовал, короче, стало остренький край, стал очень хрупкий. А до этого попробовал сыромятину, он его заворачивает как угодно. Вот, но оставил такой немножко тупенький. Он кусочка не хватает. Также это зубило заточил и также водой закалил. Это еще не трогал. Вот такой вот тупой какой-то пробой. Ну ничего, заточим, тоже закалим. И вот этот пневмомолоток. Ну сейчас на кусочки вот этого моста. Сейчас вот эту железяку попробую им удалить. Просто удалить. Почему бы и нет? Тут она где-то 2 мм толщиной. Плюс она приварена вот так. Ну, посмотрим, электроклепки эти будет он сбивать. Потому что я их болгаркой счищал. Басты их буду делать, попробую. Вот на примере вот этого. Сейчас будет, конечно, громко, но я думаю, звук на телефоне там, где можно приболтать. Сам не знаю, сейчас буду пробовать. Ну, первую, конечно, скрубил, понятное дело. Вот сейчас здесь. В общем, сейчас будет громко. Я не знаю, какой стороной. Я вот так. Офигенно. Сейчас сниму насадку. Покажу. Конечно, сыровато, но тем не менее. Где это? Сфокусируйся. Вот здесь вот край все-таки подвернул. Подвернул. Это въехал я там не туда, куда нужно. А вот центр остреньким так и держится. Научимся. Сейчас покажу на чулке. Вот сюда его загнал, прям в этот. И вот здесь вот его и вывернуло. Если бы он вот здесь пошел, ничего бы этого, наверное, не было. Тут глубокая такая вмятина. Вот здесь вот пошел край. Поспешил. В общем, срубил я его, никаких проблем, за какие-то тут считанные секунды. Также и вот это, я думаю, можно сейчас с этой стороны вместе с клепками удалить. Хотя, ну, тут до сварки. Ну, сейчас попробую, почему нет. Уже добью его, а потом поправлю. Просто интересно самому. Я пружину не снимаю полностью, так хватает. Вообще надо снимать.
Сейчас найду. Где-то выскочила. Выскочила, улетела. Вот она. Ой, горяченькая. Вот он посрубал вот эти электрозаклепки. Ну, знаете, на мосту там по три точки они варятся. Вот он. Ну, это первый пробный, так сказать. Такой первый. Первый я тупым и некаленым вот здесь вот удалил электроклепки. То есть болгарка будет уже не нужна, просто сбиваются. Ну, по крайней мере, чтобы их спилить. Вот. А можно сразу сбивать. Потом только шлифанул и все по-быренькому. Уже меньше работы. Самый дешманский китайский пневмозубило. Так, что у нас по этому? Поэтому завертыш этот выровнялся, будем так говорить. Ну, затупил край вот этот самый кончик. С этой стороны вот видно, как есть, так и есть. Короче, достается почему-то вот этому краю. Может, меньше его всего кольнул его. Внутри вот сюда заходит заклепка. Как бы там фокус не показать. Она такая была, лопатка. Ну, не сказать, что тупое. Ну, понятное дело. Все-таки сварку сбивать — это такое себе удовольствие. Короче, работает. Ну, на крайняк. Отрежу сюда, что-нибудь приварю. Или выточу новенькое. Выстругаю с другого металла. Здесь они, никакого хитрого нет. Крепления. Все это держит вот эта пружина. Вот, сделаю себе нужных насадок, закалю и буду их менять хоть в день по 10 штук. Хотя они продаются. Ну, это уже такое удовольствие. Это, кстати, вот это консервный, так сказать, нож. Какую-нибудь бочку там вырубить, там дно, грубо говоря. Просто он поверху будет ехать, туда не проваливаться. И вскрывать все, что угодно. Ну, это зубило пока еще не ставил его. Можно им поработать. Но пока оставлю. Мне вот этим аж прикольнее работать. Никуда она не сдвигается. Удары частые. Вот. Как-то так. Ну и молоток долбит, дай боже.